Поговорка «заплати налоги и спи спокойно» действительно актуальна. Многих граждан интересует вопрос, сколько же надо заплатить налогов, чтобы не попасть под применение принудительных мер. Ответ на него можно получить из разных источников, например, в ходе специальной акции. 10 августа в Видновском отделении Сбербанка России службы судебных приставов Ленинского района проводилась акция «Оплати свои долги». В ходе акции любой житель района мог узнать о своих задолженностях по кредитным и коммунальным платежам, алиментам, штрафам, налоговому, пенсионному фонду, а также о применении мер принудительного исполнения. Задача – это работа с населением и выявление, потому что некоторые должники у нас даже, в принципе, не знают, потому как о своих долгах, и они просто живут и не в курсе их. И вот люди подходят, они узнают, да, там гаишные штрафы, допустим, есть, вот хоп, он появился. Где-то они проходят, что они проплачены, там, да, а где-то потом его могут даже так же останавливать, хоп, не проплачены. Желающих поучаствовать в акции оказалось немало – 150 человек. Из них выявлено, что у 34 имеется ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Выявлен один должник пока по неуплате алиментов. С ним будут производиться уже отдельные как бы исполнительные меры в принудительном порядке. А так люди подходят, люди интересуются. После того, как должника уведомили о неоплаченном долге и он получил соответствующее постановление, ему дается 5-дневный срок для его добровольного исполнения. В противном случае применяются принудительные меры. В ходе мер принудительного исполнения судебные приставы вправе запрашивать информацию о счетах должника, о денежных средствах, находящихся на них, вскрывать жилые и нежилые помещения, выдворять нелегалов за пределы Российской Федерации, приостанавливать деятельность в административном порядке по решению суда и применять иные меры, предусмотренные законом. Это последняя акция, которую мы проводим в информативной форме. В последующем будут применяться меры принудительного исполнения, такие как ограничение выезда, аресты имущества должника, счетов. Помимо таких акций, получить информацию о своих задолженностях можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области или обратившись непосредственно в отдел судебных приставов по Ленинскому району, который находится по адресу город Видное, улица Школьная, дом 89. Приемные дни вторник с 10 до 15 часов и четверг с 15 до 20:00. Акция показала, что среди жителей района много неравнодушных граждан, которым важно действовать в рамках закона. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.